Представляем вашему вниманию коляску-трость Касата Свифт Лайт Супа, предназначенную для детей от полугода до 3 лет весом до 15 килограммов. Яркая, стильная и очень модная, и при этом достаточно функциональная и удобная коляска-трость. Спинка откидывается почти до горизонтального положения. В комплекте есть мягкий подголовник и теплый конверт для вашего малыша. В сложенном виде коляска компактна и не занимает много места. У коляски имеется большой водонепроницаемый капюшон, который легко можно отрегулировать или убрать при помощи боковых фиксаторов. Вот таким образом. На задней стороне капюшона мы видим смотровое окошечко. Вы сможете наблюдать за вашим ребенком во время поездки. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются в зависимости от роста вашего ребенка. Их можно расстегнуть при помощи кнопок. В комплект входит мягкий подголовник для вашего малыша. У коляски есть очень удобная подножка, которая регулируется по высоте при помощи фиксаторов по бокам. Спинка коляски регулируется в четырех положениях почти до горизонтального при помощи фиксаторов по бокам. Вот таким образом. Не забудьте закрыть капюшоном спинку, чтобы ваш малыш был в безопасности. Вернуть в исходное положение спинку можно, просто подняв ее рукой. В комплект входит мягкий флисовый конвертик для ребенка. Он легко крепится к коляске при помощи липучек и ремней безопасности. Верхнюю часть конвертика можно отстегнуть. Таким образом мы получим мягкий матрасик. Коляска очень маневренна за счет передних поворотных колес с блокировкой. Чтобы заблокировать колеса, достаточно поднять фиксатор вверх. Это удобно, если вы везете коляску по неровной поверхности, снегу или песку. Колеса сдвоенные, это придает коляске большую устойчивость. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Ножной тормоз действует сразу на оба задних колеса. Опустите педаль вниз, чтобы поставить коляску на тормоз, и поднимите вверх, чтобы снять с тормоза. Ручки коляски удобной формы и имеют мягкое, не скользящее покрытие. Сложить коляску чрезвычайно просто. Обратите внимание, что при этом капюшон обязательно должен быть сложен. Давайте посмотрим, как это сделать. Поднимите фиксатор за спинкой сиденья вверх, нажмите на педаль сбоку и сложите коляску. У коляски имеется специальный фиксатор для защиты от раскладывания. Чтобы разложить ее, ослабьте этот фиксатор, потяните ручки на себя и нажмите педаль. Готово! В комплект коляски Касата Свифт Лайт Супа входят теплый конверт, подголовник, дождевик и инструкция.